темпе, как Не говорится. говори, не говори. Так, сейчас я принесу из этого изучения одно. Так, он соединение надо будет взять еще. Короче, там я какие-то ресурсы нашел в горах именно. Помимо малахита, вот еще там что-то нашел. Сейчас надо этих побольше опор сделать и туда. Во, Ух, теперь у нас нормально. нихуя себе. Смотри, какая площадочка. Сейчас побудь. Я поставлю эту сюда, ебу изучать. Сюда теперь ракету сажать. Сюда теперь ракету сажать просто. Нормально, нормально. Так, большую. Ты что, уже можешь этот сделать? Нет? Я сейчас сделаю мега большое хранилище. Ага. Нихуя себе. Бля, ну базару нет, прикольно. А слушай, а к ней что, не надо этот питание что-то подводить? Не, не, не надо. Это просто точка для приземления. А, просто стандартная, ну все, все, понял. Типа площадочку, чтобы удобно было сажать. Так. Раньше это раньше место этого занимало, типа, там штучка, типа. Бля, ну вот это да. Ракета тут сейчас стоит, пиздец. Да блядь. Да сука, встань ты, блядь, на место. Так, мне нужен мне нужен большой принтер. Чё, большой принтер? Посмотреть, да. Особо большой склад. А, стоп, нужен этот, нужен. А, я могу сделать особо большую платформу. Я сделаю платформу. Я ошибся. Платформа. Делай, делай. Сейчас я этот, я пока пойду посмотрю просто. Мне интересно, блядь, что там еще за ресурс. Так, вот что-то. Какой-то ресурс. А, глину тоже можно, оказывается. Вот она на поверхности только что была. Слышишь? Глина на поверхности тоже есть. Ну что, да. Только что добыл немножко. Увидел, как я уже карьер тут выкопал. Для чего? Карьер, я выкопал карьер, даже землю добываю. А, точно, точно. А, во, маленькие солнечные панели ты уже открыл, да? Угу. Малый принтер нет, комплект топор мне нужен. Бля, блядь. Чё-то он, сука, как-то подлагивает. Стронер, блядь, порой. У тебя нет такого? Есть такое. Так, чё это? Чё это оно тут лежит? Ладно. Бля, эти опоры кислородные, пиздец, у нас по всей карте скоро стоять будут, да? Так, ну тут... Ничего интересного. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, ты чё? Тут каменистая такая почва, короче. И вот здесь другие ресурсы уже.
Так, органика органикой. Вот что-то я нашел. А, этот. Графит нашел. Графит? Ну, можешь взять, но мы уже можем его сам. Типа из этого? Ок. Единственное, что еще не хватает, это энергии. Энергии? Ну, энергия это же то, что энергия. И у нас нет вообще, типа, этот, мы не исследуем ничего. Так ты бы пришел, да взял бы тут дохуя чего, я вот и хожу сейчас смотрю. Так я ж крафтом занимаюсь конкретно. Конкретно крафтом? Конкретно каким крафтом? Энергии прям вообще на писечке. На писечке? На писечке. Да блять, да заебал ты кататься нахуй, гандоша. Сука, тупая хуйня. Ну этот, действительно ветров нету? Вот этих ураганов непонятных, как раньше, тут нету, я не вижу их. Мы уже играем, блядь, 4-й час, наверное, да? Ну. Ты же видишь, какое хранилище мега большое. Вообще шок. У него короче, ладно, сам увидишь. Показывать даже не буду. Ну там на него, наверное, еще можно маленьких, средних поставить, да, несколько. Вообще по-нормальному надо, наверное, это, бля, покататься по карте. Потому что сверху, я смотрю, тоже много всякой залупы интересной попадается. Готово. Мега большое хранилище. Нихуя. Ебануться. Что это? Да, и в него еще можно вот эти средние хранилища повтыкать. Да. Пиздец. Как тебе? Охуенно, чё? Да хуй ты тыкай сразу так. Да хуя ж место, еще скрафчусь. Они сами по себе как-то так будет очень достаточно дешево становятся. Так. Я. Чего они там? Две смолы, две железа. Ну, типа, вообще. Так, средний генератор я нахуй уберу отсюда, он мне тут мешается. Я, короче, забираю тачку. И съебался. Тыр-тыр-тыр-тыр. Все, не поминайте лихом. Ну ладно. Может, что найду. Бля, мы же с тобой, да, тогда играли, когда я как-то потерялся. Здесь еще больших складов накрафчу. Да сильно-то много их, пока нахуя. Ну, две штуки хотя бы. А, ну да. Вот смолы здесь до жопы. Ну, поехали. Ну, этот ничего такой трактор. Прикольненький. Опа. Я что-то нашел.
звездолет, блять. Генератор причем надо выключать на этой тачке периодически, чтобы он просто так не жрал ресурсы. Так, ну что, нам надо копать здесь по-любому. Сиденье планетохода одноместное есть целое. Медь, графит. О, медь вообще классно, надо. Ну, вот одна есть, я взял. Что-то нет нихуяшеньки. Да, все, больше цепить ничего. Снаружи же здесь... Снаружи же тоже же ништевую. Вот это что у нас за хуйня? Графит. Так, ну все. Ну так садись же, ёпта. Да, вон глина прям этот наверху. Много ее. Я, по-моему, еще одну эту ебань нашел. Да. Еще одну нашел. Штукенцию. Понял, да, про какую? Угу. Сейчас тоже попробую ее активировать. Так, что у нас здесь? Чё, блядь, тупишь? Сука. Ой, поставил тебе солнечные батареи, теперь они всегда для не это, для не нужны нам. Какие солнечные батареи? Ну, которые наши, типа. Я их направил сейчас, они на солнце. Солнце будет направлено. Угу. Углерод. Так, это что, малый генератор? Это что, модификатор? А, блять, модификатор участков, нахуй он тут нужен, да? Тр-тр-тр. Ну, еще бы эти фары бы светились на этой хуйне, да? Да, еще вот одна, это Стелла или как ее. Ебань инопланетная, короче. А это, на нее залезть еще, короче, тяжелее. Она вообще как-то нестандартно стоит. Так, что я тут нашел? Обломки. О! Маленькая солнечная батарея. Отлично, рабочая. Нормально, сейчас я заведу эту хуйню, попробуем. Потому что... Бля, ну на нее залезть, короче, вообще нереально. А нам, в принципе, на нее залазить-то не обязательно, да? На что? На эту хуйню. Ее же главное активировать. Активировать, типа, я могу генераторы здесь поставить просто. Да, ты нашел ее, да? Да, вот. Я вот возле меня. Да, активируй. Они что, их уже видно вроде с космоса какие-то включены. Так, блять. Малый генератор. Окей, да, вот так. Так, давай еще.
один малый генератор. Она тоже типа зарядиться же должна, да, просто? Что? Вот это хуета, да. Именно какая? Ну, Стелла вот это. А, ну да, да, да. Должна зарядиться. Да, он все заряжается. Читай, изучай давай. Так, органика нужна быть. А, ты помнишь, как мы на ходу вели и труп? Бля, да. Такую там замутили эту. Вообще четко. А, ей, блядь, что, одновременно типа надо? Да, они должны одновременно подавать, там должна полоска заполниться. Точно, все. Тогда мне надо еще генератор сделать. Наверное, штук 5 их хватит. И органики набрать, блядь. Подожди, а генератор из чего делается-то? Генератор? Да. Ну, а, все, соединение. Правильно. Кстати, они прикольно, на это даже можно крепить их, сука, на как? На стену крепятся. Прикинь. Так, а если я еще вот так сделаю? Так, хорош. Пытаюсь найти литий, но я что-то не понимаю, его нету. Вот, литий, 5 штук, да, я занял. Но... Литий? Чего, подожди, не, короче, смотри, 5 генераторов и малых, и оно, короче, вот, работает. Да, так я наверх, короче, туда не могу залезть. То есть, по сути, камень тот нам нахуй не нужен, да, который там внутри? Так. Я чё, ты типа летишь со мной сейчас? Да, обязательно. Я лечу за нитием. А, ну ты подожди меня-то, подожди. Сейчас я. Все, короче, это у нас активировано уже 2. Бля, надо попробовать. Значит, мы теперь с одной на одну можем уже телепортироваться, да, я думаю?
Или нихуя, пока все типа не активирую. Что? Ну вот смотри, из. Ну, через вот эту мы телепортироваться теперь можем, или пока мы все не активируем. Вряд ли, да? Мы потом сможем телепортироваться, если потом, я имею в виду, а сейчас у нас две уже активированы. Сейчас мы нам надо, во-первых, планету активировать. А, то есть пока центр не активируешь, да, никого не будет. Да. Сейчас мне его теперь надо дублить. Да и. А, да, вот все вижу. Сейчас приеду. Да, тут еще исследования кругом. Большие, правда. Ты там что, бегаешь, что ли? Тебя жду, а не тебе. Все, сейчас я. Ты уже большой звездолет построил или что? Нет, я просто поставил сидушку в маленький. Нихуя ты понаставил тут эти. Короче, так. Тебе надо было здесь. А, его, ты везде, короче, понаставил, да? Хранилище. Mm? Хранилище, говорю, везде понаставил. Так, ну, я вроде как все. Я готов. Куда мне садиться? Сиденье маленькое, там отсек есть. Слушай, я как этот, блядь. В грузовом отсеке, походу, полечу, да? Весело. Че? Вылези, пожалуйста. Ага, залезь. Залез. Это просто надо было сделать многоходовочку. Так не хотел запускаться. Где наша планета? Вот теперь смотри, видно, да, эти стеллы? Рядом с нашим домом там есть одна, типа, но мы ее не видим сейчас отсюда, это за горой. А вот смотри, а что вот это за круги вот такие вот светлые на планете? Вон? Да, ну, видишь, это туда, куда мы можем сесть, вот эти есть. Все. А мы летим вообще... Мы можем сейчас на орбите потусить, посмотреть, где находятся эти штуки. Да как бы. Ну я их не вижу, допустим, отсюда. Но я не есть их. Да? Вон, видишь? Снизу. Блять, снизу. Ну тут все снизу. Вон, уже приближается к центру, к нам. Планета наша, вон, прям под нами еще. Да хуй. Ну перед тобой, перед тобой на планете. Да, блять, не вижу я ни хуя. За облако. Ладно, друзья. Алло. Да. Ладно. Ну ладно. Ну все, давай тогда записывай. Да нет. Ну, приедешь. Ну, Макса, да, конечно. Все. Так, это что, мы на другую планету, да, сейчас ебашим? Планета опасная, говорю сразу. Почему? Ебашат? Просто потому что. Ебашат не по-детски, все верно. Вот был бы у меня всегда такой FPS, как сейчас, когда на орбите летим. А, то есть смотри, даже места приземления пока нету или что? Или уже есть, что-то я нихуя не видел. Что за пиздец вообще? О, так ты сразу к стеле решил? Ебать. Почему оно так тупило все сейчас у меня? А вот ты генератор с собой взял какой-то? Нет. А кто же знал то, что мы сядем этот? А, понятно, эта хуйня не работает, да, здесь? Кислород? Бля. Да, здесь у нас нет. А, не, ну ладно.
Ладно, если есть соединение, можно сделать этих генераторы и активировать эту залупу. Идите спавниться в шахтах, если что. Органика, органика. Странная какая-то органика. Такое место для приземления неудачное. Ну да, есть такое чуть-чуть. Смола есть только. Что? Ну вот и наш пуск в шахту. Ух ты, блин, чё за... Ёба, я аж испугался. В меня какая-то хуйня отлетела. Так, то есть кислород у нас только так, да? Чё, да. Попробуем запустить эту стелу? У тебя есть чем запускать? У меня, ну смотри, я два генератора могу сделать. Органик. Я нашел этот, я нашел эту штуку, две штуки, которые надо эти запускать. Ну именно исследовательские. А, заебись, заебись. Тогда вот давай с них начнем. Ну, около меня они. Так, подожди, как ты туда прошел вообще? Да. Вот так, понял, да. Органика нужна, короче, теперь. Мне, по-моему, есть генератор. У меня два генератора, нужна органика, моего органики. Вот здесь, наверное, будет, да, ветер? Возможно. Так, вот органика. Все, подключай стафик сразу. Тут без разницы, короче, как. Он, видишь, он как он накапливается здесь. Давай, пока он копится обратно. Да, 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 да. Кислород. Вот именно поэтому, типа. Блять. Ну он не хочет бежать нихуя. Прыгай, Илюха, прыгай! А, знаешь, подожди, надо взять смолу и сделать себе фильтр. Фильтр он, по-моему, воздух этот дает. Слышишь? Слышу. Сейчас я посмотрю, по-моему. Так, вот смола есть. По-моему, фильтр нужен. Сейчас я гляну. Малый генератор, малая панель, участок, малый принтер. Фильтр кислорода. Из смолы крафтится? Да, из смолы, из обычной. Вот сейчас посмотрим, я не помню вообще, каким образом он работает. Но сейчас типа у меня этот кислород пока не уходит. Не, походу три генератора надо. Почему-то не открывается. Тогда сейчас три будем делать. Да, вот смотри, фильтр поставил, он на дольше хватает. Я целых три фильтра себе сделал. Ну, ты сейчас тоже пойду наделаю фильтров. Шкала должна быть, блять, какая-то, что-то он тут. Почему он? А, так ему не хватает мощности до сих пор. Значит, 4 надо генератора. Если что, органика есть. Чуть-чуть не хватает.
Блять, а я сколько их запускал? Я ставил 3 штуки, по-моему, не хватало. Ну, разные ж планеты. А-а-а, точно. Чё, хватает теперь? Сейчас узнаем. Угу, открылся. А, ну, куда а, это деть? А, в смысле, мы чё, это так не можем исследовать? Ну, с камерой, да, куда? Ну, пиздец. Ну, пойдем ту попробуем еще проверить. Приехали за Титаном. Ну не, ну чё, бля, надо же все проверять. Воу-в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 оу. Полегче, пожалуйста. Вот это да. Ну, смотри, фильтра делаешь нормально, можно и вообще без кислорода бегать, да? Если только смола на планете есть. Да. Ну вот я сейчас хожу, периодически смолу бахнул. Сделал. Чё, открыл? Нет, я только подключаю. На, вон, видишь, да, заряжается, да? Хватило. У меня органика есть еще. Органика есть. Так. Может даже хватит. Угу. Ну там такая же залупа сейчас будет большая, ты чё? Пиздец. А вот в ней, наверное, строго, да, там прям, ну, нормально много. Ну, наверное. Так, все-таки надо теперь подышать. Ты сейчас скрафтить не сможешь, у тебя энергии нет. Ну вот, я только что тоже хотел скрафтить. Я говорю, этот шаттл не дает энергии. Энергии он не дает? Нет, на нем не стоит генератор. Тогда надо этот, как оно, блять, солнечную панель построить. Чё она делает, из чего? Из чего? Медь? Медь и стекло. Да ладно. Тогда, бля, генератор надо было забрать. Так что так. Да. Так а что тебе мешает сейчас добыть соединение и напихать от рамки? Хотя, а, точно. Да, ладно, у меня даже есть соединение. Я пойду заберу генератор, да. Угу, блять. И знаешь, что мешает скрафтить генератор? Отсутствие энергии. Мана. Бля, ну вот это, конечно, херово, то, что мы не можем. Нихуя ты там понапихал на себя. Фильтр быстренько. О, нормас. Семя плетиста какого-то. Так, ладно, хуй с ним. Мы зачем пришли сюда? За литием. За литием. А, чё, эту ебань будем активировать? Активируем, только давай сначала литий. Да ёб ты, хуй ты застреваешь. Кстати, здесь так быстро добывается этот, смола. Thank you.
ты в шахте, да, где-то? Ну да, это еще узбек. Ну тут конечно, смотри. Здесь, конечно, здесь от слова, шахты здесь ничего, но... Совсем ничего. Они даже на шахту не похожи. Бля, вот надо, короче, сюда, значит, на большом шаттле лететь, и вот эти изучения, там по-любому много байтов будет, да? Не то, что на большом шаттле, просто надо, типа, я не вижу, чтобы здесь были вот эти, или шахты, я вижу здесь каньоны, а не шахты, и все. Так, сколько нам их надо было? По-моему, 5, да? 7. Не-не-не, вот этот. Я делал 5 на там. Хватало их. Короче. Не знаю, как здесь, на конечно. На ту мы делали 7. Не, мы делали этот. Ну, 5 хватало, короче. Сейчас проверю, просто ради интереса. Так. Теперь давай сразу еще один сделаем. Ебать, что ты это тут принес? Не, фильтр кислорода прям хорошо помогает. Тут кое-что какие-то ебани, цветочки, которые ебашат, бьются. Да? Да я вот вообще просто ни к чему не подхожу. Ну нахер. А смотри, если она будет телепортировать нас с хламом, тогда будет вообще грамотно, да? Ну, типа... Да ты угораешь, блядь, что ли? Найс, планета Слиппи, можно сказать. Это пустырь, серьезно. Короче, я тебе скажу, здесь их надо гораздо больше. Здесь даже 6 штук, даже половину не бьют. То есть ты представляешь, да, сколько их надо? Много. Это Атас. Так, ну единственный вариант здесь тогда только фильтра делать, да? Так бегать.
Раньше, по-моему, когда она только вышла, да, Стронер, она, ну, этот, даже без крафта ты просто начинаешь пользоваться вот этой своей хуйней, да? Начинала тратить энергию. Силовые ячейки восстанавливают энергию всегда. Силовые ячейки? Во, бля, кто мне ебанул? Ты имеешь в виду высокое, а это... красное? Что высокое? Дерево. Ну там какие-то хуйни, они потом преследуют тебя. Преследуют? Да, под землей. Под... А, нет, я пока как бы сверху. Нет, именно я имею в виду, они из-под земли могут атаковать. А-а-а. Я под... Понятно. Между тем... Нет, между тем вообще... А титанит нужен, да? Титанит, да, сбери, титанит нужен. Это, я так понимаю, будет титан, да? О, это ебать. Так, эту хуйню нахуй тогда выбросим. Так. Так, ага, все. Нам для большого что надо, чтобы построить большой этот звездолет? Ну, я не помню. Я просто, короче. Так, керамика не нужна нам, да? Керамика? Ну, керамику мы сможем добыть сами. Здесь не надо. Все, я тогда этот. Да, я тогда выбросил. Просто этого титанита наберу еще. Не, ну да, ну где все пещеры, алло? Пещеру проще самому сделать. Ну, на полном серьезе планета вообще пустая. А ты до этого что, не на нее летал? Нет, я до этого летал на ее спутник. А-а-а, и тоже там, получал там... пизды. Не, ну там как-то все покруче. Там единственное, от кого получал текстур. От текстур? Да-да. Нормально. Так, ну... Чё, я от этого титанита набрал? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Просто... А где ты его нашел? Наверху, он прям наверху лежит. Понятно. Так, ну я его, в принципе, давай-ка, наверное, вот просто возле этого скину сейчас. Возле только нашего щас, нет, возле щас, шаттла щас сейчас скину, пойду еще возьму, у меня просто место занимает же фильтра еще. А. Вот, и просто этот. Потом я уже нашел титанит. Здесь уже все потом скинуть и чисто этот. Забрать те ресурсы, которые нам нужны, правильно?
А нам его много надо вообще, нет? Титанита, ну сколько, ну, там надо будет потом сплавы титанита, поэтому явно надо много. Угу. Все ок. Так, давай-ка фильтр. И фильтр. Все. О, так ты тоже здесь же. Я вот здесь его и искал, да, 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 вот в этой дырке. Ты говоришь, короче, на спутнике этой планеты и то побольше, да, ресурсов? Да, там ты повторяй. Так, ну я думаю, все. Меня просто там еще сколько его забрать надо. О-о-о. Подожди, где наша? Ага, это с другой стороны немножко вылез, окей. Да, тут изучение валом, да, я смотрю. Угу. Ну чё, ты все, этот, затарился? Я добыл. У меня сколько? 2, 4, 6, 8, 10, 12 у меня. Ну я полный, короче, тоже в титаните сейчас буду, блять. Ну хоть что-то добыли. Да. Живой? Да-да-да. Сейчас вот здесь просто барахло поскидываю. Так, генератор нахуй, туда титанит. Органика нахуй. О. Так, подожди, мне с какой стороны где-то? Садись. Все, поехали. Не, ну так этот. Прикольненькая вообще она сейчас стала. Это астронер. А чё, этот, двигатель прям отвалился, да, у тебя в прошлый раз? Так, наша планета вон та снизу. Ебать. Просто неплохо, да? Шпуньк. Да, сейчас мы будем просто по этой, по как его? А, нет, сразу прям паркуемся. О, базару нет. Ебать, что это? Ты выпустил штурм? Я это видел, я думаю. Там тел. Это ты туда хлам теперь будешь скидывать? У меня есть там отдельный карет для хлама. Я потом покажу. Да? Он немножко впереди, он в ту сторону, куда я сейчас махаю. Так, титанит надо, короче, переплавлять, да? Да. Нахуй ты её снял? Случайно вышло. Да, по-моему, подоставить вторую печку. Да, по-моему, тоже. Так, надо куда-то это все поскидывать. Где тут большое хранилище-то? Сейчас
Сейчас давай мы сделаем по-умному. Что мы сделаем? По-умному. В большое хранилище поставишь много средних? Нет. Что плавильная тогда? Печь. Плавильная печь, два смола, одно, две смолы, одно соединение. Здесь тут ежик получился из этого. Что делать? Оставлял две штуки. Кого? Ну, смола нужна? Да. Ну давай поищем, была же тут куча ее. Я вот... Ладно. В принципе, как я понял, этот двигатель нужен только чтобы взлететь, да? Выйти, как говорится, на орбиту. Угу. Хм. Я не вижу смолу. А во, все, нашел смолу. Нашел? Да. Ну, я изучение нашел. Ебаные текстуры. Ставь. А что у нас вообще по байтам? О, у нас 2500 байтов, да? Я текую, если мы... Чё? Если мы хотим нормальной энергии зажить, то нам нужен литий. Литий, а где нам литий найти? Ну, ты тебе говорил, на той планете, либо вот на том спутнике. Ну вот на планете я что-то лития не видал, да? Я тоже. Вывод, его, говорит, там нет. Так, чё, бля, надо заканчивать. Не, надо, блядь, щегла сейчас собирать. Гости сегодня. Можем закончить. Ну, да, наверное, будем заканчивать. Тоже, бля, три серии подряд, нормально. Теперь надо будет их еще, главное, все обработать и опубликовать. Ну, что тогда, хули, всем спасибо, всем пока, как говорится, да? О, бля.